Для ускорения исполнения ваших новогодних желаний мы стали филиалом почты Деда Мороза и зачитываем волшебнику ваши пожелания, которые вы оставили в нашей группе ВКонтакте. Приступим к письмам. Первое письмо от Юрия. Юрий просит хороших дорог, в том числе в Кирове. Дед Мороз с удовольствием поможет, насыплет снега на кировские дороги, а на снег по старинке дорожники положат асфальт. Ремонт дорог, по-моему, здесь уже готов. Спасибо, снег выпал, а то бы так асфальт не положили. Второе письмо. Сергей просит у Деда Мороза чудо. Сергей, я исполню это желание. Итак, внимание, чудеса! А, это уже желание Юрия. Пишет нам Варвара. Что попросить? Мне 11, я не верю в Деда Мороза, но хочу подарок. Варвара, самый лучший подарок для тебя – это хороший учебник русского языка. Анастасия хочет получить от Дедушки Мороза 1000 рублей. Я как-то обращался с этой просьбой к своему дедушке, и он мне, как будущему богатому буратинке, ответил песней. Заработай! Способ верняк. Ну и Андрей просит Снегурочку на одну ночь. Андрей, выполнение твоего желания очень накладное. Судя по аватарке, твоя Снегурочка этого не одобрит. И в придачу тебе придется дарить новое жилье, новый экран смартфона взамен разбитого и мазь от синяков. На этом с письмами все. Дед Мороз лайкнул наш эфир. Это значит, что принял ваши заявки. Свои пожелания к бородатому волшебнику отправляйте в группу ВКонтакте «Вятка Тудей». Самые цензурные прочитаем.